Приветствую вас, друзья и недруги. С Владимиром Левкиным вчера беседовал. Эфир будет в следующую пятницу. И, конечно, не мог не спросить у него про Аллу Борисовну Пугачеву. Ну, музыкант в целом ушел от ответа. Но рассказал очень забавную историю, связанную с нашей Примадонной и с Юрой Шатуновым. Ну как возвращение Примадонны было встречено в шоу-бизнесе? Все ликуют? Ты знаешь, я как-то не в курсе, вот честно. И новость я прошла мимо меня. Ты знаком с Аллой Борисовной, это очень хорошо. Даже мы общались на встречах, и по большому счету. Я даже где-то в интервью сказал, что Борисовна-то ничего вроде такого серьезного не говорила. Да, она вообще ничего не говорила. Как-то вообще ничего не говорила. Я помню, мне... Я даже не удивлен тем, что она вернулась. Мне Алибасов как-то рассказывал давно, правда, это было, что вы когда-то вместе обедали, и там Шатунов был, да. Ты что-то Шатунова протроллил, и тебя Пугачева поставила на место, сказал, что... Нет, было не так. Что-то какое-то был там такое. Ну, там было очень интересно. Ёлка сидит и так, знаешь, суп ест с таким удовольствием, но аппетитом. Алибасов ему говорит, мол, типа, Юр, ты чё... Ты же, говорит, этот самый, как его... Эстрадный певец, что ты так себя ведешь? Не серпай. Mm-hmm. Тут Борисовна так посмотрела, говорит, серпай, Юра, тебе вообще все можно. Ну, типа, потому что он детдомовский, что имелось в виду, какой здесь был посыл-то? Нет, посыл, наверное, был такой, знаешь... Нет, я хотел просто взять... Посыл был какой-то очень хороший, потому что мы так спокойно сидели, разговаривали. Не более того. Он, в общем-то, из... Ласковый май из той же плеяды вашей. Ну, то есть они пораньше начали, конечно. Он, с другой стороны, помладше вас, золотого состава. Он же 74-го, что-то. Ёкнул что-то у тебя, знаешь, произошло это? Ты знаешь, когда я вообще несколько был ошарашен, реально. Для меня это была какая-то вот... Угу. Ну, во-первых, рано. Да? Во-вторых, вот он только-только выиграл суд. Что за суд? А он с Разиным очень за песню судился. За какую-то одну? Нет, там за много. Вот это «Ласковый май», да? Да, за много. И, знаешь, вот у него реально, он закончил это, да, выиграл суд. У него крылья так развернулись, а тут бац. Это, знаешь, из серии, он же очень долго судился, года 3, по-моему. Прошло мимо меня. Да, и это из серии, знаешь, как вот спортсмен, который... Спасибо. Заканчивает свою профессиональную деятельность, а потом раз и все, его... А здесь тоже, вот там, видимо, было очень узко, и именно там, где было узко, оно прорвалось, потому что организм постоянно вот в напряге в таком, и когда, знаешь... Это не наркотик, ничего, это нет, просто вот износ такой, да? Нет. Вообще Юрка, по-моему, никогда не был за этим замечен. Ну, два предмета, действительно.